говорит и показывает атаман. Новости. В понедельник в администрации района состоялось очередное планерное совещание. Главными вопросами стали защита имущественных прав несовершеннолетних. И, конечно, необходимо продолжить ту работу, которую вы ведете с теми же показателями, оказывая помощь и детям, и их законным представителям в осуществлении сохранности имущества и в сохранности прав, которыми наделен тот или иной несовершеннолетний, имеющий то или иное имущество. Существенные изменения произошли в законодательстве Российской Федерации. Они касаются документа оборота местного самоуправления. Постоянно заслушиваются на рабочем совещании в районной администрации доклады о наведении санитарного порядка в поселениях. В этот раз о том, что сделано для наведения и поддержания чистоты, отчитались главы Калужского, Новодмитриевского, Григорьевского и Смоленского поселений. В станице Григорьевской и станице Калужской состоялись сессии советов сельских поселений. Глава района Адам Джарим совместно с руководителями различных управлений и организаций отчитались о проделанной работе. Подробный отчет дали главы поселений. Практически все текущие вопросы главы совместно с депутатским корпусом решают вовремя. В станице Калужской остро стоит вопрос водоснабжения. Устаревший водопровод не дает возможность поставить мощный насос. И как следствие жителям приходится мириться с низким давлением воды. Руководству района хорошо знакома эта ситуация. Более того, она решается постепенной заменой трубопровода. Волнует калужан и отсутствие сельского клуба. Эту проблему можно решить, участвуя в государственных и краевых программах поддержки, пояснила начальник управления культуры Галина Куролесина. С интересной информацией выступил руководитель ветеринарного управления района Григорий Сокол. Он рассказал о новых случаях африканской чумы в Краснодарском крае. Пока на территории Северского района подобных случаев зарегистрировано не было. Также Григорий Сокол предостерег станичников от покупки мяса и яиц вне торговых точек. В 75-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков отмечают жители станицы Калужской. Это день и радости, и скорби, и памяти. С призывом ценить мир, свою родину и быть настоящими патриотами. С благодарностью вспоминая подвиги наших предков. К участникам траурно-торжественной церемонии обратился глава муниципального образования Северский район Адам Джарим. К сожалению, сегодня в районе очень мало ветеранов Великой Отечественной войны. Они практически все прикованы к постели. Но, дорогие друзья, сколько бы времени ни прошло, наш народ никогда не забудет те жестокие годы. Очень дорогую цену заплатил наш народ. Более 27 миллионов людей погибло во время Великой Отечественной войны. И наша с вами святая обязанность чтить память, всегда говорить об этом. В школах, в садиках, везде, чтобы память о них была всегда. Память всех погибших за освобождение станицы земляки почтили минуты молчания. Желаем мирного, мирного, еще раз мирного неба над головой, здоровья, дружбы, единства. Каждый год жители станицы Калужской собираются у братской могилы, чтобы возложить цветы и низко поклониться советским воинам. Старшее поколение передает младшему поколению память об ушедших воинах, погибших ради жизни. Инна Кухта, Андрей Вискушенко, Алексей Концесвитний, телерадиокомпания «Атаман». В понедельник стартовал региональный этап ежегодного всероссийского конкурса «Учитель года 2018». Конкурс проходит на базе школы номер 44 станицы Северской. И эту школу уже по праву можно назвать территорией гостеприимства. Конкурс «Учитель года Кубани» проводится в несколько этапов, на каждом из которых отбирают лучших претендентов на почетное звание. Участники расскажут о своем опыте работы на семинаре и проведут открытые уроки. Организуют мастер-классы по проведению воспитательного мероприятия и родительского собрания на тему, выбранную по жеребьевке. Свое мастерство представляют 11 конкурсантов, и для участников победа крайне важна, ведь она не только доказывает высокий профессионализм учителя, но и поднимает престиж школы. Новизна моей работы заключается в том, что я стараюсь регулярно включать большой музыкальный материал, основанный на самобытной культуре кубанского казачества, в свои уроки и занятия внеурочной деятельности. Профессия учителя всегда считалась одной из самых уважаемых в нашей стране.
Педагоги не только дают нашим детям необходимые знания в разных областях, но и прививают им положительные человеческие качества и готовят к взрослой жизни. При этом многие думают, что работа учителя однообразна и не претерпевает значительных изменений, но это вовсе не так. Сегодня в школах активно осваивают новые методики преподавания разных предметов, стараются идти в ногу со временем и давать не только качественные, но и современные знания. В этом нелегком деле учителям помогают различные семинары, съезды, конференции, на которых они делятся опытом, а также конкурсы, позволяющие продемонстрировать свои результаты. Первый день открытый, когда они могут посмотреть уроки других преподавателей и послушать методический семинар. Методический семинар – это методическая грамотность, результативность и продуктивность, которую они показывают здесь. А прежде всего, конечно же, это показать, как нужно это делать. Это главное в этой задаче, вот особенно сегодня на уроках. Победитель регионального этапа будет достойно представлять наш район на краевом уровне. Инна Кухта, Андрей Вискушенко, Алексей Концесвитний, телерадиокомпания «Атаман». «Мое избирательное право» – так называется деловая игра, которая прошла в молодежном центре «Этаж». Ее участниками стали старшеклассники школы номер 43. Они выполняли разные задания на знание основ избирательного процесса и структуры органов государственной власти, а также попробовали свои силы в жанре политической рекламы и пиара. Тех, у кого это получилось лучше всего, определили председатель районного совета молодых депутатов Ольга Ровкина, депутаты Афипского городского и Северского сельского поселений. Очень много чего для себя открыл. Открыл новые какие-то законы, которые я до этого не знал, цитаты великих философов. Ну и еще много чего. Мы подняли себе дух, проигрывая в начале и победив в концовке. Я бы поставил 5 звезд из 5. То есть сейчас молодежь уже не такая, как в прошлом. Она не увлекается книгами, а если сейчас проводить эти мероприятия регулярно, то людям начнет это нравиться, и они будут готовиться к этому, и, следовательно, интеллект у них повысится. Все участники и организаторы отметили важность подобных молодежных мероприятий в преддверии значимого политического события в России – выборов президента Российской Федерации. Говорит и показывает «Атаман». Погода.